Друзья, находимся на устричной ферме. Сейчас нам будут доставать устрицы. Акция Павлиненко сделала свое заключение. Так, напоминаем, что устрицы скифи работают в режиме самовывоза. 19.00 ежедневно. Самовывозимся, да. Все, друзья, спасибо большое. До встречи. До свидания. Спасибо. Поехали. Кто-то счастливый, да? Как вкусно жить! Ты первая, давай. Открывай сезон, давай. Говори. Это вкусно. Ты рекомендуешь устрицы с кефиром? Естественно. Это очень вкусно. Насколько я люблю морепродукты, устрица это one love. Просто. Кто next? Тишина. Я даже не знаю. Пайгуски, трясогуски. Это очень вкусно. Пупсики. Лида, давай ты. Ну почему я? Давай, Лида. Давай. Берем лимошечку. Выдавливаем. Наблюдаем. Я не буду. Тебе не нравится. Я очень рада, что тебе не нравится. Я съем все. Лида, какие эмоции? Какие? Вот странное, господи, Валера. Ну. Не, ну уже поприятнее после вкуса. После вкуса приятно? Да, уже нормально. Сначала это ужас. Ну, на вкус и цвет. Через широкое, да. Лимоном пахнет. Естественно. Да? Давайте, Серёга, теперь ваша очередь. Я тебя задумала. Ну давай, попробуй, ладно. Лидия, снимай. Давайте. Что, еще по одной?
вы уйдите. Ваша очередь, Сережа. Не халтурьте. Да, вкусно. Давай, Сережа. Надо что-то пробовать новое. Не то, что одну кока-колу. Я первый раз пробую устрицу. На самом деле. Алина, она поправит. Это, вот это все надо выпить? Да. Это еще надо выпить и прожевать. И сёрнуть. Ну это вкусно, на самом деле. Ты просто попробуй. Ты же креветки ешь, вкусно. Креветки нормально. Сравнивай. Твои впечатления. Ну, я приеду сюда пофоткать, поснимать. Ну, кушать будешь ты. Вообще не вопрос. Хорошо, договорились. Ладно. Давайте доедайте. С Валерой вдвоем. Это было Коблево сегодня. Мы были на устричной ферме. И, друзья, устрицы Скифи работают уже в режиме доставки, у них идет стройка. Можно приезжать, забирать с собой, но уже после окончания карантина здесь будет новая кухня и новая площадка для дегустации. Всем пока, оставайтесь с нами, с вашей Коблево.инфо.